Аэродром сирийских ВВС в Тапке официально открыт впервые за 6 лет. Момент исторический. Садятся вертолеты российских военно-космических сил. Два Ми-8 и Ми-35. Но им всего-то пары десятков метров чистого пространства достаточно. А вот когда первую посадку совершат самолеты, сказать очень сложно. Взлетную полосу террористы из запрещенного в России ИГИЛ перед отступлением из аэродрома попытались разрушить. Взрывчатки не жалели. К счастью, некоторые плиты все еще в хорошем состоянии. Видимо, боевикам просто не хватило навыков, чтобы сделать все как следует. Аэродром Этапка выгодно расположен стратегически. Этот воздушный коридор связывает важнейшие города на севере Сирии. Дейр-эз-Зор, Алеппо, Ракка. До любого из них лететь отсюда не более часа. Но это, конечно, при условии, что взлетно-посадочную полосу восстановить удастся. Сейчас территорию контролируют сирийские правительственные войска. Укрепились, при необходимости готовы отразить любую атаку. Наша задача — обеспечить максимальную безопасность на территории аэродрома и защищать его. Сейчас аэродром находится полностью под нашим контролем, под контролем сирийской армии. И начали генеральную уборку. Убирает проржавевшее наследие прежних хозяев. Во время войны хозяева аэродрома сменялись один за другим. Сначала террористы выбили отсюда сирийские правительственные войска. Затем объект заняли курдские вооруженные формирования. Им на смену пришли американцы. И вот теперь, кажется, уже навсегда снова сирийская армия. Ведь на войне как? Кто последний встал, того Этапка. Павел Ремнев, Константин Терентьев, телеканал «Звезда», провинция Эль-Рака, Сирия.